это публичная библиотека, подарок псковичам к 50-летию советской власти. И как всякая библиотека, она начинается с отдела каталогов, где можно уточнить свой выбор. Правда, можно отыскать нужную книгу и прямо на стеллажах. Доступ к ним открыт, пожалуйста. Книги хранят мудрость многих поколений. И есть среди них и такие, к которым можно обращаться много раз. До революции на территории Псковской губернии библиотек было раз-два и обчелся. Теперь только во Пскове их около 70.